Всем привет! Вы на канале Уловки Рыбака. Меня зовут Алексей. Сегодня вечер пятницы. Я возвращаюсь из командировки города Мурманска. Нахожусь я на Кольском полуострове. Вот. И по пути домой я заприметил одно местечко, где хочу остановиться и половить рыбу. Рыба, ну не понимаю, какая там улица, река быстрая. Вот, ну думаю, что какая-то проходная рыба там должна ловиться. Ну сейчас попробую, посмотрю, что из этого получится. Сейчас по трассе остановил патруль, там целый блокпост они организовали, стоит полиция. Подошел к гражданке ко мне, сотрудник, показал удостоверение, это ФСБ. Проходится план анаконда. Я говорю, что это такое означает? Это выявление взрывчатых запрещенных веществ. Я попросил показать водительское удостоверение, посмотрел его. Даже документы на машину не спрашивали. Открыл багажник, показал. Визуально на багажнике посмотрели и все, приезжайте с счастливой дороги. Тоже непонятно, либо кого-то ловят, либо какое-то усиление. Ладно, едем дальше. Погодка чудесная, 20-28 на улице, а температура воздуха у нас 20-21 градус с половиной. Погодка просто шикарная. Вот такое оно белое море. Вот так вот добрался до такой речушки. Весим блюсинку джековскую. Ребята местные подъехали. Говорят, что правильно приехал. Кум же здесь есть. Так что вот, ну сейчас попробуем, что получится. Скидал какие-то маленькие рыбки, я не знаю, что это, ну, кумжа может быть, молоть какая-то, такие сантиметров 10, наверное, за блесенкой выбегают, крупной пока нету, ну, если есть мелкая, значит, должна быть крупная. Местные ребята приехали, покидали пару раз, говорят, мелко, поехали куда-то на другое место. Сейчас тоже здесь покидаю, но навернусь немножко обратно. Потому что проезжал, там был порог в обратную сторону. Но речка такая интересная на самом деле. И рыбка здесь должна быть. Сейчас обхожу, еще обловлю все это место. И поеду дальше.
убедился, что на этот воблер рыба выбегает, мелкая кидается, значит должна быть и крупная. Опа, она кумжечка. Я не знаю, такое отпускать, конечно, надо. Малышка вообще. Не, ребят, такое отпускаем. Ух ты, тихо. Дай, я тебя сфоткать хотел. Подожди. Такая бойкая вообще. Сейчас тебя отпущу. Такая красавица. Как красиво. Все, беги. Отпускаю тебя. Беги. Что такое местечко нашел? Сейчас пойду здесь немножко покидаю. Здесь красная глубина идет. И сырка, если она должна здесь стоять, конечно, так кидать. Кидать будет надо, но не надо. Попробуем. Там бастрюлька такая. Хотя место здесь очень хорошее. И рыбка здесь должна быть. Коряшки, глубина. Так, не знаю, как кидать здесь, блядь. Место тут, конечно, обалденное. И рыбка здесь должна быть. Кидай здесь обломчик. Сейчас попробую. Прям плескается. Попробую немножко пониже спуститься. Вода чистая. Пречистая. Да, место здесь, конечно, супер. И здесь есть глубина, по крайней мере. Здесь место вообще классное. Так, ладно, не шумим. Не шумим. Блин, кому... Выдосы, конечно, нужны. Для рыбалки в таких речках. Ладно, наверное, уже смысла нет что-то ловить. У нас появился новый друг, необходимая вещь в походах, а именно мобильный гигиенический комплекс. В него входит походный душ и складной туалет. Их можно взять куда угодно, так как в сложном состоянии занимает очень мало места. Полная установка и сборка за 30 секунд. Такой вот душ походный.
сейчас развернем, разберемся. Распаковал я душ. Идет вот такая емкость на 20 литров воды. Сюда заливается вода. Воду желательно заливать чистую. Закрывается. Подвешивается на любую высоту, но я еще покажу, потом установлю в палатке. Здесь идет леечка со шлангом. Ну, шланг, соответственно, надевается вот сюда. Сейчас его сразу надену. Оно таким образом регулируется. Подача воды, видимо, это закрывается. Но сейчас мы еще это все посмотрим, проверим. Дальше идет вот такая палатка. Палатка идет с колышками, с веревочкой, для того, чтобы наш санузел не сдуло. Так, разбирается она вообще очень просто. Ветра нет. Так желательно еще установить такие растяжки, делаются сюда, ну и крепится также к земле. Полушка для этого есть. Сейчас я посмотрю, как вешается душ. Ну, высоты моей хватает, я стою в полный рост. Так. А, ну собирается он легко и просто. Так, ставится стульчик. А, тут специальные пазы. Вставляется сиденье. Как интересно. А, ну да, все правильно этой стороны. Должен выдержать. Так, потом берется пакет такой, запас хороший пакетов, хватит надолго.
Ого. И после того, как сделал хорошее дело, закрыл крышечкой. Интересно. Ну-ка, интересно, сесть выдержит, нет? Ну, так хорошо. Нормик. Неплохо. Ну, собственно, готово. Пойдем ставить. Такое тут местечко. Укромное. Ну, собственно, вот что из этого получилось. Так, ну ладно, бумажку надо куда-то будет потом переделать аккуратно. Есть. Щучка, наверное, небольшая. Щучка. Малышка. Маленькая, прималенькая щучка. Пускаем. Беги. Что-то сегодня на мелочи везет.
Такая вот маленькая речушка впадает. Здесь, конечно, особо не покидаешь. Попробуем покидать. И зацепчик. Здесь рыбы такой даже нет большой. Сегодня формат рыбалки такой, по пути. Я возвращался из командировки, из Мурманска, как уже сказал. Вот, заехал сначала на одну речку, которая в Мурманской области. Пытался ловить кумжу. Ну, в принципе, поймал одну небольшую кумжинку. Дальше кидал, уже стемнело. Ну, уже даже выходов не было. То есть там до этого мальки какие-то выскакивали. Потом вообще просто перестали уже. Ну, реально стемнело. Собрался и поехал дальше с целью где-то остановиться в Карелии для того, чтобы поспать хотя бы несколько часов. Вот, ну и еще половить рыбу. Ну вот, нашел такое хорошее местечко. Вот, поставил палатку. Сейчас немножко еще покидаю, пока утренняя зорька. Вот, и лягу, посплю часика 2-3 хотя бы. Посплю и поеду потом дальше домой. Так что формат рыбалки на колесах. Так, покидаю с берега. Одного щеренка уже поймал, отпустил. Сейчас, надеюсь, может быть, что-то более-менее интересное клюнет. Вот так вот я грею воду для душа. Положил на машинку, и водичка от солнышка нагревается. Скоро будет душ. Все, буду разбирать лагерь, добираться в дорогу. Такое место осталось. Походный душ, как я уже показывал, да, его можно вообще повесить куда угодно, не только в палатке, да, можно просто на дерево повесить. Вот, и спокойно помыться. Как в данном случае я просто на дверь автомобиля повесил. Сейчас немножко приму душ. О, хорошо. Слепни просто отбывает. Вода вообще горячая. Стояла сколько минут, на 15. Машина, и все. Ну, я так, как бы, показать, как им пользоваться. Фух. Можно полноценно повесить на дерево.
Короче, прикольная штука. Советуем брать с собой в походы. Ну, понятно, что вода надо, чтобы была выше уровня нашего роста. Ну все, после себя я оставил полный порядок. Вот так вот прошел мой отдых небольшой. Двигаюсь домой, ехать мне еще 9 часов до дома. Вот, ну что, как бы такая рыбалка была набегом. Вот, ну что получилось, в принципе, уже неплохо поймал кумжу. Блин, чему я очень рад, кумжечку отпустил. Вот, ну такая рыбалка была спонтанная, мест особо не знаю, то есть я выбрал просто... Посмотрел по карте речка, которая по моему пути, ну, есть речка по моему пути следования в сторону дома, вот, и которая впадает в Белое море, получается, в губу Канда, по-моему, если быть точным. Вот, ну и, соответственно, поехал на эту речку, попробовал. Ну, то есть, место вообще не знаю, но, в принципе, результат получил положительный. Вот, так что я считаю, получилось все супер. Ладно, погнали. Что еще хотел сказать вот по поводу такой спонтанной рыбалки, да, то есть я возвращался из командировки, вот, особо мест не знаю, там спросить было не у кого, вот, то есть я руководствовался принципом, что река впадает в Белое море, вот, то есть, ну, соответственно, быстротечная, то есть по карте просто по спутнику смотрел, ну, такие белые пятнышки, это когда, ну, вода брулит по камням, да, то есть и со спутника они как раз такими белыми пятнышками фотографируются, вот, то есть таким образом я выбрал эту речку, вот, ну и понимая, что в этой реке есть какая-то проходная рыба, вот, ну и соответственно дальше уже посмотрел там дороги, да, то есть, ну там повезло даже, что я думал, что придется идти сколько-то, да, там времени до реки, от дороги, вот, а тут на самом деле прямо дорога, ну такая, как бы там ребята на квадроциклах в основном катаются, она проходила прямо, ну, прямо вдоль реки. Вот, ну и, соответственно, я добрался до места. Вот, причем, как выбрать место тоже, да, то есть проходная рыба, она, ну, то есть, если вы хотите 100% ее поймать, вот, она в основном находится на глубинах, на глубине, ну, как здесь надо смотреть уже, то есть, либо у берега, на котором вы находитесь, либо у противоположного берега. Вот, то есть глубина всегда с одной стороны, то есть, как правило, идет изгиб реки, ну, то есть, если выбирать место, да, лучше найти изгиб реки, вот, ну, и, соответственно, на противоположном берегу данного изгиба, да, то есть, если, ну, изгиб идет вот таким образом, да, то есть, глубина будет сверху, да, то есть, с той стороны, с противоположного берега, вот, ну, и, соответственно, кидаете в глубину, ну, либо там вдоль как-то, если получается, вдоль глубины, ну, и, соответственно, удача точно будет, ну, соответственно, таким образом я вчера... У меня было несколько выходов маленьких, ну, маленьков даже меньше той, которую я поймал, да, то вы видите в фильме. Вот, а так, ну, в принципе, результат я получил положительный. Вот, ну все, всем добра, хороших рыбалок. Оставайтесь с нами. Пока-пока.